продолжаем подготавливаться к Новому году. Посмотрим, что вы там запросили в комментах. Такс. Хотим знать, что получили на Новый год другие персонажи. Но не смею вам отказывать. Давайте поглядим. Мэв, что принес тебе Дед Мороз в этом году? Ну, я не хочу открывать подарок до Нового года. Это неправильно. Выпустите меня, мать вашу! Наверное, там новые клинки или рунические наручники. Такая интрига. Бедосенщица хренова! Хватит мучить меня уже! Вижу, мечты сбываются. Поздравляю. Так, дальше у нас Иллидан. Так, стоп, разве не ты орал там из клетки? Нет, то моя версия из прошлого. Близзарды так намудрили с путешествиями во времени, что Мэв может играть с моим клинком хоть каждый день. Не буду углубляться в подробности. Просто скажи, что тебе подарил Дед Мороз. Ну, я просил могущества, а получил вот это. Чувство юмора у старого оленевода явно на уровне. Надо как-то с ним поговорить будет. Если ты не против, мне надо идти готовить салат. Иллидан, ты же обещал накрыть меня шубкой под Новый год. Иначе ты мой хвостик не получишь. Вижу, у тебя тут все схвачено. Пойду лучше посмотрю подготовку фейерверков. Как дела с салютами в этом году? Все пусковые установки готовы и функционируют. Салют будет отменный. Да разве это салюты? У меня дед больше шуму издает в туалете. Смотри, как надо. Запомните, друзья, салюты не игрушка. Запускайте с умом. Но если вы таки играли с ним и проиграли, то обратитесь в справочный центр ледяной короны для замены конечностей. Склад конечностей целка. Сцелка, ты вновь как целка. Да, надо поработать над рекламой. Ну что ж, дорогие друзья, обязательно пишите под видео или в чате, что бы вы хотели узнать в следующей серии. До новых встреч, мои дорогие!